сейчас у нас стоит 2 гигабайта, будем увеличивать до 6. Для этого нам надо будет открутить 3 винта. Вот. 1, 2, 3. Так, снимем аккумулятор. Крышечка вот так вот продвигается и снимается. Вот тут одна у нас стоит уже, 2 гигабайта. Сюда вот мы добавим вот такой вот DDR3 на 4 гигабайта. И устанавливаем ее. Собираем в обратном порядке. Тем самым увеличили память оперативную с 2, как она шла изначально, до 6. Установим аккумулятор на место. Посмотрим. Вот таким нехитрым способом мы увеличили оперативную память с 2 до 6 гигабайт. Всем удачи!